Извините, я нечаянно нажал на все то, что я все снял. Извините мне, пожалуйста. Так что будет два видео. Блин, только за среднюю память. Так, не пугайтесь. Там, если что, такое видео будет. И я там, когда сказал, приду домой, и вот там все. Приду домой, и я вот так, я все, пришел домой, так сказал, и вот на этом остановилась. И вот, короче, понятно вам, надеюсь, и вы меня не будете строго судить. И так что смотрите другое, ладно? Смотрите другое. Так. Извините, пожалуйста, за темную камеру. Извините, пожалуйста. Надеюсь, я очень быстро попытался. Там просто вот такой вот проход узкий. Итак, давайте я как-нибудь так положу вот так камеру. Вот так. Надеюсь, вы меня видите, да? Ага, так. Так, тут у нас вроде все. Так. И вот у нас тут. Так, почти все собрано уже. Как нам повезло. Ой, блин. По правде страшно. Вот такая у него масочка. Такая. Мне очень нравится, красивая. Такое вот лицо. И... Такое вот тело. Давайте сейчас я прикреплю. Так, сейчас еще прикреплю. Придется попросить родителей. О, неужели? Вау! Первую руку прикрепил. Мне кажется, или... У них лица клона! Так. Но они же у нас не были клонами. Ну ладно, какой-нибудь запрос, мне кажется. Блин, да что тут такое? Надеюсь, вы на заднем плане не видите моего папы. Потому что... Так. А, извините, пожалуйста, за разговоры родителей. Они тут у нас неугомонные. Прикрепи, пожалуйста. Руку надо прикрепить вот в шейку. О, боже. Хоть что-то. И давайте посмотрим на коробку. Вот такая коробочка у нас небольшая. Такая вот коробочка. Небольшая коробочка. Ну, маленькая даже, она сгорает. Ну, говорю, что тут одна маленькая мини-фигурочка. И также у нас тут есть подставка. Ой, вот такая подставка. И запасная рука. Смотрите, я сейчас покажу. Вот, запасная рука. Сейчас мы прикрепим. Мы прикрепим две руки. Ну, кисти то есть. Вот так. Так, и вот так, наверное, закрыть надо дверь скорее, чтобы вы не слушали разговорчики. Это проклятие. Блин, это немножечко бракованное, это потому что ей не... Просто ей не входит бластер. А почему не входит? А, не входит, оказывается. Надо было чуть силы применить. И вот такая у нас большая... Ой, какая большая? Небольшая мини-фигурка. Мне нравится. Давайте, да, делаем ее на наш постик. Я не буду ее тоже продавать. Мне она нужна. Еще как нужно. Ну, пистолет я пока отцеплю. Сейчас. Смотрите на меня.
или смотреть на мою кроватку. Ай, блин. Вот, все. Сейчас я прикреплю ее нормально, без пристика. Вот так. Вот все. Посмотрите, как она у нас там хорошо стоит. Вот она. Хакс тут. Ну, кто уж это сюда обратно положил? Так. Вот и все. Кстати, жалко-то, что нет... Ну, есть же там Звезда Смерти, а почему Старкиллера нет? Ну, мне кажется, в 8-м эпизоде он опять будет, и тогда уже выведут Старкиллера. Тогда мои джедаи. Ну так, давайте, пошлите. Ну и все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И извините, пожалуйста, за ужасную аватарку. Мне она совсем не нравится. Марте Галиму. Это просто ужас, по правде. Ну вот. Что еще сказать можно Марте Галиму? А, и кто знает, как изменить аватарку, можно, ну... Ой, какую аватарку? Ну, свое имя как можно изменить? Пишите, пожалуйста, в комментариях, я изменю свое имя на Макс Хакс. Пока я так думаю. Ну, потом и еще скажите, как меня назвать, а то я сам не могу придумать нормальное что-нибудь. Капитан Америка. Ну вот. Так. И вот у меня такие тут еще есть. Ой. Вот еще. Спасибо. Ой. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и всем пока.